Прекрасная новость, друзья. Северная Корея не нанесла ракетно-бомбовый удар. Ускорила выдачу виз российским туристам. И теперь любой российский турист может отправиться туда, где правит Ким Чен Ын. Но вместо этого наша редакция приглашает всех тех, кто видит этот видеоролик, приезжать к нам на Вятушку. Александр Светлик в трех словах расписал все красоты Вятского края. Я знаю три слова. Девиз вятского туризма в трех словах. Культура, природа, девчонки. Развлечения, отдых, гулянки. Девиз вятского туризма в трех словах. Кони. Кони. Аттракционы, цирк. Вятский туризм в трех словах. На что Вятское можно полюбоваться? Вятка, река, театр, драмтеатр, парк около Алого паруса. А девушки? Девушки? Ну, конечно, девушки. Да, давай Алые паруса поменяем на девушек. Давайте, девушки. Все хорошо. На что Вятское можно с удовольствием полюбоваться туристам? Ну, не знаю, может, какой-то парк, речка, филармония какая-нибудь. На что Вятское можно полюбоваться? За город выехать. Показываешь иногда места красивые загородные девчонкам? Редко. Редко? Да. Очень грустно ты об этом сказал. Кому бы ты с удовольствием показал Киров? Ну, пускай Путин приедет с Медведевым там. Путин, Медведев и третий кто? Джонни Депп. Приезжайте. Путин, Медведев, Джонни Депп. Все приезжайте сюда, потусим как следует. На Вятке. На Вятке. У нас здесь как? У нас здесь. Весело. Я знаю.